Пляжный сезон в Химках официально открыт. В этом году из-за пандемии коронавируса купальный сезон в Подмосковье сдвинулся на целый месяц. Многие химчане, вопреки запрету, для себя успели открыть купальный сезон еще в середине июня. Однако другие ожидали официального разрешения. По словам отдыхающих, упущенное время они теперь компенсируют с лихвой. Мы очень рады, что мы наконец-то можем прийти на пляж, и пляж официально открыт. Здорово, что наконец-то можно не оставаться дома. В связи с карантином у нас нет возможности поехать за границу, поэтому хотя бы сюда прийти, позагорать, песочек вот. Традиционно на пляже в парке имени Толстого работают медицинский кабинет, тренажерная площадка, беседки для отдыха. Помимо бесплатной зоны, есть и огороженная территория отдыха, где вход платный. Два бассейна, один взрослый, один детский. Но зависит от погоды, если тепло, людей битком, все забито, отдыхают. В будни и малосолнечные дни отдыхающих здесь немного. И все же есть те, кто регулярно выбирают уединение в закрытой зоне. Тем более, что бассейн здесь оборудован круглосуточной системой фильтрации, поэтому вода останется чистой даже после дождя. В этот год нам повезло, потому что и погода соответствует, ну и живем мы тут рядом, ходим, будем ходить постоянно. Ходили в прошлом году и в будущем, надеюсь, тоже. В объединенной дирекции парков, отвечающие за состояние прибрежной территории отдыха, уточнили, что песок, прошедший лабораторные исследования, отвечает всем требованиям. Мы традиционно проводим этот технический осмотр всех помещений, всей инфраструктуры, соответственно, подготовка и наладка. Это просеивание песка, осмотр дна сотрудниками химспаса, соответственно, Роспотребнадзор, проверки воды на качество имени канала Москвы. Безопасность на пляже у акватории канала имени Москвы обеспечивают сотрудники химспаса. Всего в Московской области готовы к открытию порядка 150 пляжных территорий и зон отдыха у воды.